Семенова. Не смел дотронуться до стула никто. Мы ведь не сомкнули глаз. Так выполняется приказ. Где кандидаты в президенты? Ну, что молчите, ассистенты? Кто, кроме вас, сыграет эту роль? Кто так велик, так смел, могучий стать им? Самой природой создан как король. Да, дым отечества мне сладок и приятен. Но сколько можно роль одну играть? Дистанция огромного размера мной пройдена. В народе зреет вера, что место мне пора освобождать. Кто мог сказать такое? Ужасы навета! А, злые языки! Страшнее я пистолета! Все, хватит спорить, решено. Собрались мы на кинопробы, актеров президенту, чтобы избрать. Да будет так оно. Обычай мой, друзья, какой? Подписано и с плеч долой. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Хотел быть раньше, но не смог. Да разразит меня Господь. Да полно, полно вздор молоть. Не шут не нужен, а актер. Поставьте сетку на прибор. А это что за джентльмен? Начальник камер, камермен. Наш оператор, добрый малый. Его мне только не хватало. Короче, начинай играть. Дубль первый, сцена номер 5. Ну что ж, зови меня вандалом. Я это имя заслужил. Людьми пустыми дорожил, обманывал жену законную, заразу. Танцовщицу держал, и не одну, трех разом. Пил мертвую, не спал ночей по 9. Все отвергал, законы, совесть, веру. Ах, негодяй, ведь сделает карьеру. Есть от чего в отчаяние прийти. С такими чувствами, с такой душой, на роль подарок небольшой. В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Кого снимать? Вообще уже пора. Чтоб люди кинотеатры посещали, кричали, чтобы женщины ура, и воздух чепчики бросали. Готов. Снимайте. Нет проблем. Дубль первый. Сцена номер 7. Зачем ума искать? Заглядывать далеко. На все про все мне нужно 500 дней. Ну, может быть, 600. И ваше око увидит то, что нынче зуб не мет. Для роли президента слишком молод. И мудр не по чинам. Ну что, на холод? И странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Не буду я играть в ваш теннис денно-ношно. Служить бы рад. Прислуживаться тошно. Он выпил, что ли? Да, палку перегнул. Ты сам шампанское стаканами тянул? Ну вот, великая беда, что выпит лишний мужчина. Учение, вот чума, ученость. Вот причина. Интеллигент не выпьет из стакана. Герой не моего романа. А если сценариста обмануть, взять сцену выборов и вовсе зачеркнуть? На референдум пусть народ идет. Да, да, нет, да, он пропаганде внемлет. Ведь избиратель в сути идиот. Числом поболее, ценою подешевле. А может, чтобы зло пресечь, собрать все бюллетни и сжечь? Совсем, гляжу, с ума сошли. Сценарий мы менять не вправе. Ведь мы не в зоне, мы в державе. Тут кинопробы не прошли. Продолжить следует дела отцов. Какой отрывок прочитать готов? Прочту про родину, истерзанный
наш дом. Свежо предание. Довериться с трудом. Ну ладно, ассистенты есть? Дубль первый, сцена номер 6. Пускай меня объявят старовером, но мысль свою я поясню примером. Мне больно за Москву, за Ленинград. С тех пор, как отдали в обмен на новый лад и нравы, и язык, и память старину святую, и нефть, и газ, и стружку алюминиевую. Я эту роль играю много лет. Такого текста в этой роли нет. В суде тебе за это быть в ответе. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. По сути, кто за древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждение черпает из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. А что, ужель Крым нами покорен? Я из Чечни, я не осведомлен. Выходит, что и сам Зюганов герой не нашего романа. Что за комиссия, создатель? Руси быть любящим отцом. Я что-то подустал, приятель. И правда, вы бледны лицом. Как важно угождать во избежание зла собаке дворника, чтобы ласково была. Нет, с вами вряд ли кто сравнится. О, ба! Знакомые все лица. Ты что здесь делаешь? Кто звал средь бела дня? Сниматься? Чуешь, час твой наступает? Воистину нет дыма без огня. Счастливые часов не наблюдают. Я гнева вашего никак не растолкую. Шел в комнату, попал в другую. Попал? Или хотел попасть? О, Господи, что за напасть? Конечно же, попал случайно. Мгновение, и меня здесь нет. Но за случайно бьют отчаянно. Намек понятен. Всем привет. Он тоже метит в кандидаты. Отправь в деревню, в глушь. Саратов. Имел бы разум о зачатках, не вякал бы. Но, боже мой, на всех московских есть особый отпечаток. Вот вам софа. Раскиньтесь на покой. Какой покой? Покой нам только снится. Хотел со мной ты чем-то поделиться? Рыдаю я. Меня решились уморить. Не лица, а набор для провокаций. Ах, боже мой, что станет говорить Организация Объединенных Наций? Вон из Москвы. Сюда я больше не езду. Бегу, не оглянусь. Пойду искать по свету. Где оскорбленному есть чувство уголок? Карету мне! Карету!